16 пар проскакали маршрут с препятствиями у Солдатского озера. Спортсмены в зависимости от уровня подготовки выбирали планку для прохождения. Самые высокие барьеры – 110 сантиметров, самые низкие – 60. Обычно у ограждения манежа собиралось много зрителей, да и участников было значительно больше. В этом сезоне ранние заморозки изменили привычную картину. Здесь в регионе очень ощутимо, когда холодает, и грунт в том числе. Это основная, конечно, специфика для работы с лошадью. Это отсутствие грунта зимой или в холодное время года, когда он начинает промерзать. Уссурийский всадник Юрий Кравченко прошел дистанцию без штрафных очков. Их дают за сбитые препятствия или непослушание лошади. Но вот скорость выполнения все же подкачала. Небольшие ошибки в посадке всадника замедлили ход пары. В итоге Юрий на Ван Гоге стал бронзовым призером среди участников, которые брали метровые барьеры. Обязательно упражнение перед прыжком нужно подсаживаться назад, чтобы лошади было легче выносить передние ноги. В этой же категории претендовала на медали и спортсменка из Владивостока Варвара Гриценко. Но взаимопонимания с лошадью у Вари не нашлось. Несколько раз скакун чуть не сбросил девочку, вдобавок отказался заходить на препятствие. После двух неповиновений пара выбыла из соревнований. Таковы правила. Знаете, было неловко, когда я чуть не выпала из седла. Но все-таки собралась, так залезла. А когда я пошла на следующее препятствие, это уже не получилось. В конкуре на 180 сантиметров лучший результат у Риты Кавера. Сначала на лошади по имени Допинг, потом на Ляли Браун. Наездница показала лучшее время и не совершила ошибок на маршруте. Воспитанница клуба «Витязь» уверена, что за месяц можно найти подход к новому напарнику. Главное – верно выполнять свою задачу. Если криво зайти на препятствие с лошадью, то она внесет или забьет его. Если ровно, то она пройдет чисто и никогда не подведет своего всадника, и ты не упадешь. В самом высоком конкуре на 110 сантиметров уссурийская фаворитка Елена Банник стала серебряным призером. Лена сменила лошадь в этом сезоне, и вместо прибоя с ней на барьерах работала Ляля Браун. В конкуре на 60 сантиметров уссурийская спортсменка Анжела Быватова стала лучшей. Ее одноклубница Николь Тянь стала бронзовым призером в этой категории. В езде начинающих весь пьедестал почета заняли уссурийские наездницы. Ирина Спиридонова, Татьяна Машкова и Полина Загорская.